информацию можно прочесть в книгах. Ее, конечно, можно найти по интернету. Но есть люди, у которых есть опыт, и которые согласны поделиться с вами. У меня очень много шишек, ошибок, скажу я так, но есть и достижения. И мое мнение, что лучше взять тот опыт у тех людей, которые уже прошли эти этапы, и перескочить сразу через 5, а может быть 10 лет. И поэтому я вас приглашаю на бизнес-конференцию «Герои молдавского бизнеса», где мы сможем пообщаться, и я смогу поделиться своим опытом и передать ту информацию, которая, я надеюсь, что она вам поможет в разных ситуациях в вашей жизни.